Найти объявления несложно. Их расклеивают на автобусных остановках, и это почему-то кто-то уже сорвал. Кстати, название организации здесь не указано. Кредит безработным, должникам эту фирму трудности не пугают. Оформить кредит через посредника Тамару Кузнецову подтолкнул очередной отказ в банке. Пенсионерки не одобряли 400 тысяч рублей, а деньги нужны были на лечение. Посредник, говорит, заключил договор за час. Обязался выбить кредит для Кузнецовой и потребовал 15 тысяч рублей. Мне сказали, что вот эти 15 тысяч банк затребовал как страховку для получения кредита. И это все, я говорю, а для чего это мне надо страховка? Мне страховка не нужна. Они говорят, да вы не переживайте. В тот же день женщине дали адрес банка, сказав, что все договорено. Дмитрий Косарев за такую же псевдостраховку банка заплатил 10 тысяч, и та же схема. Вместе с ним идем в банк. А чего вы заулыбались? Это обман. Почему обман? Обман. Как обман? Они отправляют к нам людей, но это эффективный договор, то есть мы с ними вообще не знаем даже, кто это и что. За соседним столом сотрудница спрашивает, говорит, ты видела эти документы? Она говорит, да, конечно, это уже не первые люди, кто приходит с такими документами. Сотрудники фирмы «Финансовый брокер НК» не скрывались, а просто выдали клиентам другие адреса. И Дмитрию и Тамаре отказали по нескольку раз. Затем посредник заявил, что срок договора на услуги истек. Указано же в течение 20 дней. Сейчас клиенты не могут даже устроить скандал. Офис закрыт. Попасть в него не так-то просто. Насчет кредита вам звоню. А сумма какая интересует? Около 200 тысяч. Для этой суммы вам необходимо подойти к нам в офис. Мы находимся в город Барнаул, Калинина, 8, вход из страны профинтерны. Прям ведет строго по записи. Видимо, офис, названия которого здесь нет, снимают для заключения договоров. Дальше консультанты пропадают. При этом за время их выслеживания Тамара и Андрей встретили еще нескольких жертв мошенничества. И пока одни идут в полицию, другие клюют на уловку. Почему еще люди не чувствуют подвох, так это соседство компании со следственным управлением МВД. Пожалуйста, соседний подъезд, куда обманутые и несут свои заявления. Мы написали запрос в правоохранительные органы и ждем от них ответа. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин, наши новости.